Подобное шоу мы купили через интернет, но прежде чем попасть в зал, нам нужно их распечатать. Для этого мы подошли к терминалу и сейчас вобьем номер заказа и последние 4 цифры банковской карты, с которой мы оплатили. Билеты лучше покупать заранее. Часто в день представления их уже не бывает. Купленные через интернет можно было распечатать и дома на принтере, но просто у нас его нет. Ну вот, билетики у нас на руках, 13-й ряд, так что пойдем наблюдать за касатками и дельфинами. Я в предвкушении, в ожидании и в соответствующем настроении. Море. Зал впечатляет. Огромный, довольно прохладно, но, по крайней мере, так показалось летом в сравнении с уличной температурой. На первых рядах лежат дождевики. Это зона, куда может попасть вода. Точнее, обязательно попадет. Кстати, самые дорогие билеты. Это и понятно, ведь дельфины, касатки и моржи будут буквально на расстоянии вытянутой руки. Ну, а наши места подальше, угол 13-го ряда. Ах, как же загадочно выглядит вода. Интересно, там уже кто-то есть? Ну а дальше во время шоу снимать нельзя, поэтому выключаем телефоны и фотоаппарат. Ну как же так, нельзя снимать? Ну а если совсем чуть-чуть? Ну капельку. Видите эти мерцающие звездочки? Это так волшебно и сказочно, хотя совсем просто. Но я не буду вам все рассказывать. Пусть эта магия шоу останется до того дня, когда вы тоже сюда придете. Добро пожаловать на борт, мой друг. Сегодня ты впервые встретишься с океаном. О, как бы я мечтал оказаться на твоем месте. Как сладок вкус новой жизни, которая откроется тебе уже через несколько минут. Вообще, хорошо, что нельзя снимать. Можно было спокойно посмотреть шоу, послушать о морских животных. Отвлекали только охранники. Уж очень они тщательно следили за соблюдением режима. Правда, когда в бассейне появились касатки, уже едва ли возможно было что-то сделать. Я очень люблю этих животных. Конечно, жаль, что они в неволе, но встреча с ними делает людей лучше, мне кажется. Не хочу эту тему продолжать, уж очень она противоречивая. Мы же провели прекрасный вечер. У меня такие шоу ассоциируются с морем. Тут, правда, дельфины не рисовали картину, которую потом долго и упорно продавали на аукционе. Но их появление вызвало дикий восторг и у детей, и у взрослых. Пищали от радости не меньше, чем малыши. Морские глубины знаю суть, стоит только руку протянуть. Хоть все артисты отправились по своим бассейнам, уходить не хотелось. И кроме того, было интересно посмотреть, какой обзор открывается с разных точек. Может, мы еще когда-нибудь сюда придем? Конечно, круче всего, наверное, брать билеты и сидеть по центру. Ну, а мы сейчас находимся на самом верхнем ряду. И, в принципе, отсюда тоже все достаточно хорошо видно, потому что животные крупные и заметные. Как тут мокро. А вот такой вид самого первого ряда. И здесь, наверное, все были мокрые, потому что пол очень мокрый. Очень сложно было записать концовку. Я несколько раз пыталась сказать какие-то слова, оценить шоу, но всякий раз нужные слова не находились, а те, что звучали из моих же уст, казались неточными. Наверное, такие эмоциональные вещи сложно выражать вербально. Поэтому пусть этот мой репортаж остается без финальных умозаключений.